Сегодня воскресенье, 23 июня, как всегда. В субботу вечером прошел дождь. Видите, что творится на улице. Ребят, смотрите, какой у нас ливень. Я начала сегодня траву рвать. Думаю, ну, посвящу себя огороду хоть маленько. И такой вот ливень пошел. Ой, аж страшно. Пойду я съезжу сегодня. Старт шоссе, хоть и колеса узкие, выбираю места. Спокойно идет, как обыкновенный велосипед. Я говорю, проходимость зависит от ширины колес. Сейчас делают колеса, такие болотоходы, или как их, снегоходы, огромные. Ну как их крутить, не позавидую ребятам. Потихоньку из грязи выбрались. Сейчас поеду по улице Коммунистической до базара. А там видно будет. Здесь у нас автотранспортная предприятие, вот это было раньше АТП. Вот сейчас, скорее всего, это, скорее всего, относится к базам торговой сети Мариера. О, даже кусками залепили здесь плохую дорогу у нас, надо же. Смотрите, за 25 лет, 26-й год моего проживания, первый раз, наверное, это ремонт такой ямочный, но ремонт. Передвигаемся по улице Коммунистической, подъезжаем к светофору. Раньше он был, потом его не было, сейчас опять сделали. Сорок шесть секунд аж горит светофор. Смотрите-ка, залили тротуарную дорожку даже. Вернее, не залили, закатали. Офигеть! Первый раз за столько лет. Так, ну все, конец пока. Дорожки половины не сделали точно.
Сейчас приближаемся к базару, к рынку Новоалтайскому. Вот там, где машины стоят. Объехать вот эту лужу, пока нет машин. Еще раз напомню, воскресное утро, 9 часов утра. Так, заеду-ка я вот сюда, вот этот магазин «Маяк». Здесь мы покупали лампочки. О, даже есть место. Это велико, не встает. Короче говоря, нету таких светильников. Что делать, не знаю. В магазине нет. Сейчас езжу еще в один магазин. Может, там все-таки завалялось. В этом же магазине 2 года назад. Видите как. Едем дальше. Заеду, покажу вокзал железнодорожный. Вот эту вот церквушку построили или приход, не знаю, как правильно. Перестроили несколько лет назад железнодорожный вокзал. Ну, а вот это приход или церковь, опять же, не знаю, правильно. Магазин здесь как-то построили давно, правда? Художественная школа. Дочка наша будет интересна. Она сюда ходила. Улица Ударников. Кому интересно. 17-я школа. О, наврал, не 17-я, 8-й лицей это же. 8-я была школа. Так, ну вот он еще магазин. Посмотрим здесь. Так,
Здесь тоже не оказалось. Едем дальше. Сейчас, по-моему, дождь хлынет, надо сматываться. Так, ребятки, намечается непогода. Быстрее надо сматываться до дома. Выехал на середину. Кажется, дождь начинается. Вот такие покатушки в выходные дни. Как уже достал этот дождь? Почему он в такие дни не идет? Завод ОВЗ тоже положили новый асфальт. Улица Партизанская. Стараюсь лужи объезжать, но походу приеду весь мокрый. Кручу, верчу. Вот это суд городской. Ехать надо медленно, а то совсем обрызгающе. Дождик какой-то еще осенний. Вчера с громом был. А сегодня такой моросящий, назячий. Ну, пока едем. Слава богу, здесь дорога более-менее. Вот такой вот я уже мокрый. Жму. Взяли. Ждем светофора, еще 21 минута. А видите, машин сколько? Здесь тоже. Стало 21 минута, 21 секунда, конечно же. А почему машин много сейчас? Перекрыли переезд там на главном въезде. Теперь все автомобили едут через этот перекресток. Ну, этот самый перекрестка катился. Ни разу не крутанул педали. Натуральный осенний дождь. Я офигею. Ну, проехал я примерно километров 8. Тут у меня
компьютер подломился. Ну, сейчас посмотрю в Дубльгисе, сколько. Все, всем пока на сегодня. Вот такое хреновое лето. Я снова включила. Да, хорошо, что я не поливала. А то бы еще достала воду. Хоть пионы привязала, а то бы все бы тоже валялись. Ой-ой-ой, молния. И гром. Все прелести природы.